Папа дал Миланчику, покажи, что папа тебе дал. Жетончик дал. И Миланчик сейчас пойдет и возьмет, что? Тележку. Пошли. Да, молодец. Знает, где тележки. И даже знает, как вставлять жетончик. Не получается сегодня. Ну, давай. Мама поможет. Папа поможет. Давай, папа поможет. Так, Милан сегодня делает покупки. Итак, Миланчик, давай, томаты, томаты, пошли. Помидорок возьмем. А ну, выбирай томаты. О, каштанчики. Можно пожарить. Милан уже взял два манго. Мама, Милан сказала, томаты, нихт манго. Милан. Заяц, томаты. Ку-кук. Ку-кук. Какой классный. Смотри, бэби. Милан, бэби. Угу, да, давай. Ну, у них бум, чтоб не поразбивал же мне помидоры. Аккуратно ложи. Ты, хозяйственный чини. Давай, ложи аккуратно. Сейчас наложишь мне тут помидоров. Битых. Не ликвида. Так, все, стоп. Хватит. Спасибо, Данка. Итак, папа, кукма. Весельки лов. Мила вместе? Да. Сама? Я. Вот один пакетик. Нужно было всего лишь килограммчик. Вот тут, наверное, все три. Возьму авокадо. €99 за 700 грамм. Такой вот пучечек. Возьму виноградик. €2.99. Не-не-не-не. Папа вон берет светленький. Милан. Милан выбрал голубенький, розовый виноград. Тебе всего и побольше? Угу. Да, заяц? Угу. Она. Вот. Миланчик радый. Что купили виноград. Милан рад, что купили виноград. Да, Милан? Скажи. Кул. Yeah. Туда идем? Окей. Покажу цены на мясо. 6,99, 8,99. На мяско. Курица дешевая. €99. 4 евро, по 3 евро. В общем... Охлажденная. Итак, специальная сковорода, чтобы запекать в печи. Супер тяжелая. Интересно, кто ее купит. Это обычная. 28 сантиметров. Итак, ножи по 3,49. По типу керамические, но на самом деле просто железопокрытая рисунка. Есть краны, сэндвичесница за 20 евро, чтобы делать дома сэндвичи. И смотрите, что есть, 3 евро, 6 штук. Специальная такая вот штучка. Режешь на ней и потом вот так вот сворачиваешь и высыпаешь все в кастрюльку или в мисочку. Так, наверное, это мы возьмем. Классная вещь.
6 штучек, недорого. Буду чикать салатики. Авокадо есть. Завезли в магазин деликатесы, лангустов. Лангустик стоит 9 евро. Еще какой-то за 5. Сегодня акция на лангуста. В общем, буду готовить лангустов, расскажу, вкусно или нет. Так, вот эти, которые свежие, лангусты, не приготовленные, они по 10 евро. А эти в деревянной коробочке, что мы взяли, они уже приготовленные. В общем, возьмем приготовленные, чтобы... Потому что не знаю, как готовить. Как кушать знаю, как готовить не знаю. Завезли блины с мясом. Вкусняшка. И грибочки. Ой. Грибочки, блинчики и пельмени. Так, надо взять пельмени и блинчики. И взяли вот такой стейк из оленя, оленина, 300 грамм. Прыгают олени. Так что сейчас сезон оленины. Завезли носочки с Маром, то, что рекламирует Хайди Клум. Так, носочки у нас 3 евро. Такие мягенькие, классные. Возьмем по дому ходить. Как раз мой размер 37. А мужские носки по 4 евро. И они гигантские. С прорезиненным подошвой. С прорезиненной подошвой. Какие мягкие. Боже, какие мягкие внутри. Какая прелесть. Еще такие меланжевые. Интересно. Для Санта-Клауса или для Дедугана какого-то. Ну, классная тема. Теплые вообще бомба. Если были такие женские, я взяла бы. Боже, они все внутри такие. Какая прелесть. Покажу немножко детского. Детские пижамки на девочек. И пижамки по 5 евро. И топотошки. Топотошки 4 евро. Для мальчиков пижамка тоже по 5. И топотошки по 4. Пижамки в клеточку. Может взять одну? Та-дам. А обувь для мальчика не очень. Овечки. И зеленые дракошки. Ужас. Милан, как всегда, схватил киндер-яйцо. Обязательно ж на кассе поставят, что брали. Да. Мы позже откроем. Монстр там какой-то сидит, смотри. Монстр. Ой. Для Хэллоуина, да? Для такого праздника. Устрашающего. Ну, мама позже тебе откроет. Машину сейчас сядем и откроем. Надо на кассе заплатить за него и откроем. Ай, да, яйцо, ай. По-немецки яйцо, ай. Убила она все в шоколадах. Харибо, шоколады. Еще Харибо. Помидорки. Папа набрал печенюшек. Пижама. Я, пижама. На кассе устроили фурор. Ти-дин. Мои лангусты. Кассенбон. Длинный. На 81. Чус. Милан помахал ручкой. Умничка.
мамин помощник купился. Дай папе, давай кидай туда все. Бумаха. Давай, складывай, давай. Блинчики туда. Молодец, умничка. Весь багажник. Да, сейчас мама яичко откроет. Идем возвращать тележку на место. Сам знает, где брал, куда везти. Ну, ты умничка, давай, заезжай. Заезжай, да, крепче заезжай. Чтобы это достать, надо вот это сюда вставить. Давай, вставляй. Милый? Не то. Это вставляешь, и тогда получится. И тогда вымется монетка. Да, вынял монетку. И отдал папе. Все, побежали к машине. Что, зайчик? Мячики? О, только не мячики. 1 евро мячик. Мила, они тут уже лежат в стуле, они грязные. Пошли вовнутрь. Так, идем в мюле. Пошли в мюле, заглянем. Уже папа, он покупает что-то. Давай, побежали. Догонять папу. Ой, как парфюмы пахнут. Босс. По 30. Пошли. Большая скидка. Такие классные ведерки для Хэллоуина. И монстры. Не, молодец, оставил яйцо. Пошли посмотрим. Тут уже все для Рождества завезли. Мэйбелин. Глаза разбегаются. Мэйбелин. Огромнейший стенд с Мэйбелин. Ой, набор кисточек. Хочу кисточки. Кисточки у нас аж 15, с ума сойти. Какие-то торговые бренды, что я не знаю. Никогда и не видела раньше. Похоже на молодежные. Такие упаковки веселые. Под бенефит. И вот мой самый любимый стенд. Это Катрис. Бюджетно и супер качественно. Все, что нужно, это здесь. Есть все. И цены доступные. Туши по 3 евро. Супер тени, палетки вообще вон по 5 евро. Любые. От нюдовых до всяких. Милан, ты что? Милан пришел в Лореаль. Ценитель Лореаль. Такие миленькие бальзамы для губ. Давай покажем, я? Скажи, как игрушечка. Такая упаковка. А вот вообще в виде макарон. Где прелесть? Тебе надо все? Не-не-не, мы такое не берем. Если покупать уже бальзам для губ, то только брать вот это. Супер вещь. Супер-супер вещь. Круче нету. Лечит все. Вот эти все красивые, как упакованы красиво, но они только упакованы красиво. Надо брать только это. Супер. Так, возьмем. А что же делает мой малыш? Малыш нашел массажеры. Нашел массажер. И играется. О. Да? Так, почем массажеры в Германии? 10 евро. Варежка, чтоб мыться, 2 евро. Щетки, ой, какие щетки классные для сухого массажа. Какие классные. Так, по 6, по 5, 16,
8, 9. Чем огромнейший выбор этих щеток. Жесткие, классно. Распечатали киндер-сюрприз монстра. Сейчас откроем, что же там за монстр внутри. Вторая часть от монстра. Жемина, ты весь шоколад съел за секунду. На, ты уверен? Обжора. Сейчас ужинать едем. Ты будешь ужинать после шоколада? Скажи. Итак, спасибо, смотрели наше видео о покупках. А мы едем домой ужинать. Пока-пока, Милан. Скажи чус. Помаши ручкой. Скажи чус. Опять най. Ну только что ты тетке махал. Чужой тетке махал ручкой. А маме не можешь помахать ручкой, не? Окей. Так, всем пока. Целуем. It's going down, man. I'm just gonna need my son and sip a card.